Ну что, давайте сделаем еще один забег. Я не знаю, может мы после этого пойдем играть в Scare Factory, может еще один забег. Посмотрим. Муха и... Да, Distant Admiration плюс лимончик. Ну, Distant Admiration это неплохая штука. Лимончик, в принципе, тоже. Лимончик можно было бы, кстати, на перезарядку и одну комнату ему дать. Не такой уж он и имбовый. А вот мушка хорошая. На лучше, чем синяя, потому что она летает, летает ближе, соответственно, попадать ею проще. Просто потому, что можно описывать достаточно резкую дугу вокруг босса. Дамажить его этой мухой. А вот с синей мушкой надо очень-очень плавно обходить. Там, в принципе, самому получить дамаг, по-моему, гораздо проще, чем надамажить босса этой мухой. Ну, это если вообще его пушить орбиталами, как бы. Конечно же. Так, два выстрела на фекальку. У меня кнопки плохо контачат уже. Надо будет разбирать джой. Наверное, грязью забился. Особенно после стольких часов в Айзеке. Хотя вроде новый джой. Вернее, геймпад, конечно. Это не джойстик. Джойстик. Будем надеяться, что в сокровищнице лежит что-то... Ну, хотя бы полезное. Не то чтобы супер хорошее, но хотя бы не, без... не вредное, скажем так. Петрифайд пуп. Уже неплохо. Минимаш. Ну, это... Неплохо, да, speedrange up. Да, без этого мухоморчика я вряд ли бы сейчас прошел эту комнату адекватно. Обычно я в ней принимаю дэмэдж сразу. Босс идиот. Ай. А я тормоз. Так, HP up, please, HP up. Стивен, почему, блин, почему кто угодно, кроме Стивена, дропает Стивена? Мне интересно. Есть босс Стивен, почему он не дропает, почему как бы не только он дропает Стивена? Много бабосиков, однако. Ну да, и да, пожалуй. Сосать животное. Сто лет уже босса Стивена не видела. Ну да, он такой неприятный в этом смысле. Когда ачивки набиваешь, встретить босса Стивена, еще выбить из него. Не, ну, сейчас уже не такая проблема. Вот раньше было, да. Когда голову Стивена, вот этого, ну, который демодшап, выбивали просто, ну, очень долго. Сейчас она падает даже в сундуках, поэтому все как-то
легче стало. То есть, слава богу, что она падает в сундуках, но вот почему Регман дропает Стивена, хоть убейте. Я этого не понимаю и не принимаю ни разу. Я, в принципе, когда Стивен падал только со Стивена, именно голова, было тоже как-то интереснее, что ли. Это был какой-то челлендж в этом, найти артефакт. Он был редким, а теперь открываешь золотой сундук и бам, он просто там лежит. Хорошо. Трактор, бим, это хорошо. Дэмэджа бы. Потому что сейчас уже печально все с ним. Ну, в смысле, с ним печально все изначально, но вот. Трактор, бим тоже дэмэджа не добавляет. Он хорошо бы зашел с квадшотом или даблшотом, или любым другим шотом. Множителем, скажем так. О. Много денег, да. 39 монет. Первый левел. Это просто не очень. Второй левел. Ну, как-то вторая половина первого левела, можно так сказать. Это очень много. Целых, черт возьми, 39 монет. По крайней мере, я могу его с дистанции распуливать. Распуливать и распиливать. Плацебо, хорошая штука. Единственное, конечно, найти бы пилюльку годную. Типа Balls of Steel. Ау, вот это было по-идиотски. Это меня убьет. Блин. Рейнджап мне не нужен, а Horror of Babylon меня просто убьет. Плохо. Нет, да. Давай, скитол. Спасибо. Спасибо, братиш. С модами. Мы и так в Sky Factory играем. Мало что ли? The Devil. Если выпадет еще одно синее сердце или красное, если там все открыто до сих пор. Не открыто. Да, точнее, как-то не выпало. Да, может и открыто, но не выпало. Пищалька, пищалька. Деньги тоже просирать как-то не хочется. Не знаю, можно рискнуть взять вот эту пилюлю и взять вот это вот. Посмотреть. Friends till the end. Слушайте, это неплохо. Мушки летают. Нормально, каждые 4 комнаты. Конечно, лучше идти всегда к боссу после зачистки всех комнат и подъема всего ХП, но кто бы знал.
В принципе, если бы с босса выпало HP up, можно было бы взять вавилонскую шлюху. А так... Не то, чтобы она что-то сделала особо. Но она могла быть хоть каким-то демошапом. Пока что у меня ни одного, к сожалению. Будем жить. Что делать? Будем жить и тащить. Я уже второй день бегаю без демошапа. Так. Блин, не подходи ко мне. Ау! Да блин, иди в жопу, господи, он стреляет, по-моему, куда ей по приколу. За моб такой дебильный. Либра. Ну давайте возьмем Либру. Какой-то дэмэдж появился даже. Скорострельность появилась. Что, неплохо. Ну, в смысле... Не феерия, конечно, но это хотя бы что-то. Феерия страсти, блин. Думается мне, что они не делали эту комнату специально. Вот здесь вот, вот на этих местах, по идее, должны сидеть только чуваки, которые мухами пуляются. А здесь стоять те, которые личинками пуляются. Но получается так, что у нас в заперти наверху и снизу стоят чуваки, которые пуляются личинками. То есть они не могут своих личинок нормально запулить персонажа. Что лишает всяческого смысла. Их присутствие там. Там-там-та-дам. Так, берем, конечно, вот эту хреновину. Компас никогда не помешает. Магазин был, здесь был, там был, тут был. Так, тут не был. Ау. Блин. Я замочил его и перестал следить за прожекторами абсолютно. Не стоило этого делать. Ау! Да господи, боже ты мой. Теперь у меня нет гильотины, теперь я просто ракую. Так, здесь я был? Да, здесь я был, я оттуда пришел. Не, давайте, короче, валить отсюда, потому что я вслепую бегаю. И я просто могу наловить дамага в лицо. Ну, то есть, я даже не знаю, зачем я туда бегу. У меня нет цели какой-то. А цель нужно иметь. Всегда. Ну, чтобы, типа, вот я иду через весь уровень вот туда. Потому что там вот штука лежит. А сейчас я просто иду по уровню, потому что я могу идти по уровню. Привет, Казанович. Да. Ну, то есть, я могу, конечно, надеяться, что вот, возможно, где-то там лежит синий камень. Но один я уже нашел, поэтому... Поэтому, в общем-то, за вторым охотиться нет смысла. Да, вот эти мухи очень замедляются, когда скитал поднимаешь. Прям так говно замедляются. Говно замедляются. Так, мод Вайла отрегулировать. Нам 0, по-моему. Ну, кнопка 0 на нампаде, на калькуляторе. Справа. Там, по дефолту где-то там его настроить. А вот что там, что значит, я, если честно, тебе уже не скажу. Потому что не смотрел.
У меня солнце за окном и дождь. Что-то погода совсем звезданулась сегодня. Может, поэтому у меня все вначале отвалилось? Может, это мой интернет, а не Twitch. Привет, Unusual. Skyblock, Sky Factory чуть позже. Пока точно не скажу, я могу сказать только, что чуть позже. Так, аркады открылись. Спасибо Curse of Mason, хоть в чем-то полезный. Но я буду надеяться, что это не мой интернет. Мой интернет, как правило, падает окончательно и бесповоротно. Пока они там что-то родят. Я говорю это просто, чтобы, если что, вы, ну... Если я... Блин, если я вдруг отвалюсь, чтобы вы не пугались. Чтобы вы знали, что такое бывает, и что, возможно, я сегодня не вернусь никуда. Насколько майн? Позже. Никаких конкретных... никакого конкретного времени сказать не могу. Полчаса, час. Опс. Отстой. Может, 2 часа, посмотрим. Как это весело пасти моба. Ау, вот че я попёрся туда? Кто-нибудь скажет мне, че я попёрся туда? Зачем? Хватит меня кидать по всему уровню, ты кусок дерьма. Долбанное проклятие, блин, лабиринта. Слышь, падаль. Запушил, нормально. GG. У нас тут раз, у нас тут два. И оставим нахрен этот плацебо там, потому что он гораздо менее полезен, чем башка кота. 2 из 3. Давайте искать. Хотел сказать прострел, но нет. Магазин. Может быть, стоит даже к Леониду Аркадьевичу забуриться. Ау. Я немножко это... Немножко пожадничал, немножко дэмэджа охватил. Да, кстати, у нас работает вибра замечательно просто. А вот этот поц, это уже не так замечательно. Дети визжат. Ну там хорошо, дождик. Завидую я детям, а. Вот если ты
25-летний лоб, выскочишь на улицу, начнешь бегать под дождем, тебя посчитают за идиота. А когда дети делают это вроде как даже миленько считается. Вот где справедливость? Нет справедливости в этом мире. Зато когда 25-летний лоб выжирает бутылку водки, нас прорвут, все такие: «Ооо, круто, да, взрослый человек, адекватный, молодец». Ну, тут я, слава богу, не из своего опыта, я такой херней не занимаюсь. Я выше этого, я умнее этого. Взрослые, блин, люди такие странные, надо сказать, в большинстве своем. Знаете как, вот тебе 18 лет, ты вроде взрослый, а мозгов нет. Это странное ощущение. Оно ко всем приходит рано или поздно. Где-то лет в 20 ты поймешь, что 18 лет ты был полным бакланом, в принципе. И то, что волосы начали расти в интересных местах, это тоже тебе ничего не добавляет, ровным счетом. Ну да ладно. Айзек модный или ванильный? Ванильный, конечно, модов же нет. Ну, то есть они есть, конечно, но они отстойные абсолютно. Они ничего не добавляют толкового. Блин, могли бы побольше алчности поместить в эту комнату, что ли? То как-то три штуки, несерьезно. Локи берем. Айзек модный. Ну. Называют же, например, потенциал в танчиках кустарным классом. Нет, не кустовым, не. Кустар. Кустарное — это что-то сделанное вручную. Так что почему бы Айзеку с модами не быть модным? Чем это хуже? Или лучше? То чувство, когда 15-летний нас провожирают бутылки водки. Бутылку водки. Нет мозгов, считай калека. Если кто-то в 15 выпивает бутылку водки наспор, во-первых, его уже развели на слабо. А во-вторых, это, возможно, определяет будущее человека. А потому что в 15 лет надо уже головой думать. Причем желательно своей. Причем желательно верхней. Ну, камон, у нас тут сатана и мертвые младенцы. Я думаю, такие темы допустимы. Дэмэджа, The Mark. Хорошо. Марк Цукерберг. Цукерберг. Ну-ка. Щито у нас есть в магазине, на битве и у Леонида Аркадьевича. Или Марк Цукерберг тоже возможно. Как говорил классик. О, хай, Марк! Пустодрочер. Пустодрочерами их называть, конечно, можно. Но на самом деле некорректно. Потому что есть система засвета в танчиках, есть светляки. В общем-то, есть такое понятие, как свет. И пока оно есть, жаловаться на то, что человек умеет пользоваться этой механикой, как-то странно. Да, это выглядит тупо, когда в 15 там, ну не в 15, но в 50 метрах там от тебя противника не видно. Но это нормально, эта игра так работает. Сейчас, блин, в танки хоть не заходи. Вчера вон на Алешек насмотрелись, которые там
Два фугаса от арты прилетело, блин, одному. Даже не сдвинулся. Причем первый с пробитием, второй с добитием. Причем я промахнулся, я целился в его товарища, который тоже не двигался. Вот. Так еще и грилей на 9-10 левеле, там их просто до жопы. Не, на 9 не помню, на 10 точно есть. А, ну если они 10, то они в 9 участвуют, да, логично. Блин, неужели дождик пошел затяжной? Как же хорошо, а? Семьдесят пять монет. Куплю 5 бомб за 5 монет, за 15 монет. Все равно их до хрена. Че это получается, по 3 бомбы, ой, по 3 монеты за бомбу, нормально. Хороший обменный курс. Ну так, оставлю 31. Так, ну и наверное к Леониду Аркадьевичу. На одно сердце пожертвуем. Думаю, что могу себе это позволить. Ау, блин. Че-то я уклонился как-то не ахти от этого всего. Минус 1.5 сердца в итоге. Джек Хантер, 15 рублей донейшн. Привет, решил донат закинуть на дошик или у тебя цель поменялась? Капа. Спасибо огромное за донейшн тебе, Джек Хантер. Да, грузовик дошика мы уже купили. Сейчас копим, коплю на обновление ПК. Там уже 1017 где-то собрали, так что клево. Так, ребят, прекращайте в чате флудить. Давайте ближе к делу. Более прекращайте про другие каналы обсуждать. Это что это за непроплаченная реклама такая? Ау. Хватит спамить. Да хватит, господи. Я такой успеваю, что круги наяривать. Крикет хэт. Нет. Может тут крикет хэт. Нет. Тут снова деньги. Мне снова дают город денег. Зачем? Зачем ты даешь мне, игра, столько денег, учитывая, что это последний, блин, последний магазин в этом забеге. Я думаю, что через низ. Хотя нет, через верх, наверное. Карта, уходи. Ауч. Мое ХП оставляет желать лучшего. Да и в принципе все мое комбо в целом оставляет желать лучшего. Ну а вось.
Сделка, блин. Не на это я рассчитывал. У меня же 2 из 3, ребят. Мне же надо кота собирать. Да, я готов потратить на это все свои бомбы. Ну, скотобаза. В какой-то веке мне плевать на Ардиовизор. Но оно того стоило. Я должен был попытаться две... Тьфу, у меня язык уже заплетается. Я должен был попытаться, потому что... Потому что 2 части кота из 3, и... Ну, как бы, нет причины не пытаться. Если я соберу Гапи, то это будет... GG. Конечно, проще было бы полет, наверное, найти, но, блин... Я нетерпеливый, во-первых. Во-вторых, не факт, что весь уровень буду зачищать с такой комбой. Ну, хватит. Точка. Да и бомб у меня было много, в принципе. Синее сердце, может быть. Да, спасибо. The Stars. Ну, давайте выйдем отсюда. Так, а там это, а там та. Это не так, кто разряжается. Кто разряжается, это Мау of the Void. А это у нас при получении демеджа, да? Тоже есть гуд. Ладно, босс так босс. Отлично. Жалко, что сделки нет, конечно, но это хорошо. Как играть на арте? Свелся полностью прямо в квас, снаряд все равно пролетел в метре от него, даже не накрыло. Ну, сложно объяснить, но вообще надо заводиться за танк немножко. Если танк стоит на холме, то сводишься ему... на центр, и у тебя точка как бы зайдет за него. Вот примерно между точкой и танком надо прицеливаться. Я не знаю, погугли там, если у господина 40 тонн еще видео лежат старые на канале, то он там объяснял это. Но в целом надо немножко за танк заводиться, ждать сведения, и ну иногда снаряд летит, конечно, в никуда. Но на меня вчера весь стрим летели снаряды мимо. То перелет, то недолет. Ну и желательно серверный прицел поставить еще. Я не знаю, по-моему, сейчас в клиенте есть. Возможно. Если нет, то надо отдельно ставить. Потому что иногда у тебя показывают уже полный круг сведения, а на сервере она все еще сводится. То есть, ну, задержка, пинг.
Так что как-то так. Ну и как бы на каждой арте, на каждой отдельно взятой арте надо еще пристреливаться, потому что траектория полета снаряда разная, скорость полета снаряда разная, ауч. И все это, соответственно, отражается на стрельбе. Как драный помойный кот ору. Вот, так что, Bloodgame, ну, я надеюсь, ты понял, что нужно делать, но лучше смотреть видео. Потому что объяснять на пальцах не очень-то и понятно. Плюс еще для себя я выяснил, что если танк маленький, типа Е25, то нужно сходиться на танк. Потому что иначе перелетит. Иногда, ну, иногда приходится сводиться даже перед танком. То есть, если он стоит у красной линии, там арта, например, то надо сводиться прямо вот на самую-самую переднюю часть его. Дабы снаряд за линию не улетел. Привет, северянин. Что я ищу, собственно, по уровню? Можно валить отсюда. Существо. Сам ты существо, северянин. Я человек. Мужик. Могу показать, но не буду. Не хочу я полный рерол. Я не в таком отчаянии. От своей комбы. Let's go. Я думаю, что уровень как-то лихо загнулся. Лихо закрутился. Так, ну что, затащим с таким хп. Блин, радиоактивная штука просто мечта. Вырубает всякую мелочь моментом. Сдох, хорошо. Слишком близко, по-моему, был ко мне. Оп-оп-оп-оп. Эй, больше мух, богу мух. Ролл? Нет, функции ролла нет.
Все, что ли? Тут ты, господи. Сколько я на прошлом стриме ключей ухнул на такой сундук? Штук 10, по-моему. Не? Больше, меньше. Тоже, вот иногда срабатывает долги, иногда просто раз и сдох. Ничего полезного не дал. Самое главное, что он такой редкий, что особо-то... Особо-то и смысла не имеет. Хотя прикольно, да. И GG. Так, мне бы прокачать вот этот комочек шерсти. Спиддаун, блин, хреново. Так, нет, видимо, мы его сейчас не прокачаем на этот левел, ну и хрен с ним. Впрочем, и хрен с ним. Makes you larger, нет, спасибо, не в этот раз. Да, дамаг все еще не супер суровый, но хороший. Не имбовый коп. Ну, имбовый коп. Поехали. Так, ну что нам, что же нам выпадет? А, скажу вам, что выпало мне ничего хорошего. О, зато я стал повелителем мух с глазами денежками, но мне это не поможет. Вообще никак. Просто потому, что мух тут 1500 штуки. Джек Хантер, донейшн 500, 15, фу, блин, господи, 15 рублей донейшн, Джек Хантер, да. А ты видишь, что в чате происходит вообще жесткий троллинг, а Лоста вообще разумным газом из 4-го измерения назвали, что делать? А мы сейчас киллоса просто замутим, к чертовой матери. За разжигание и флут. Минуточек на 10, и все, спасибо за донейшн. Да я вижу, я просто думаю, я все жду, когда это прекратится. Ну, что-то как-то... Чё-то как-то киллоус, по-моему, границ у нас не видит. Я все вижу. Даже если я не смотрю в чат постоянно, даже если я пытаюсь тащить, я все равно все вижу. Я не настолько игрой увлечен. Так, скапулар. Так, а вот и босс. Ха, еще одна мушка. Мушка из френд-зоны.
Ау. Так, я не отъеду в этой комнате. Ау. Столько орбиталов вроде. А, ну два, ладно. Все равно должно вроде защищать, а я так, блин, ловлю лицо. Просто обеими руками. Пройдено. Оу, oh, е. Yeah. GG.